По меньшей мере 3 человека погибли и 42 получили ранения в результате ракетного удара российской армии по Краматорску, сообщили в Национальной полиции Украины. Все они были гражданскими. Среди раненых один ребенок и 3 иностранца. По данным украинских властей, российские войска 2 раза ударили по Краматорску из комплекса С-300. Один снаряд попал в частный сектор поселка Беленькая, другой в заполненную посетителями пиццерию, разрушив ее и близлежащие дома. Разбор завалов продолжается. Город Краматорск – это административный центр части Донецкой области, которую контролирует Украина. Он находится примерно в 30 километрах от линии фронта.